Состоялся второй казахстанско-корейский форум по денуклеаризации Корейского полуострова. Мероприятие было организовано фондом первого президента Казахстана Елбасы совместно с Корейским фондом. Собравшиеся эксперты обсудили актуальные вопросы ядерного разоружения, в частности, факторы, препятствующие дальнейшему продвижению денуклеаризации Корейского полуострова. Акцент надо ставить не только, а может быть даже и не столько на меры давления, каковыми являются санкции. Они где-то могут быть полезны, где-то могут быть, я имею в виду, применительно к корейской вопросе, эффективными, но этого явно недостаточно для того, чтобы закрыть проблему полностью. Для этого нужны меры доверия. Очень интересные идеи по дальнейшему развитию этого процесса, по дальнейшему развитию дискуссии между экспертами Казахстана и Кореи с возможным привлечением экспертов других заинтересованных стран, экспертного сообщества КНДР, экспертного сообщества Китая. Отметим, между ядерщиками Казахстана и Южной Кореи подписан меморандум о сотрудничестве, по которому южнокорейские специалисты изучают Семипалатинский ядерный полигон.